Благоустройство во двора в 44-м комплексе завершилось еще осенью. По словам челнинцев, не все пожелания были учтены. Футбольная площадка не огорожена, страшно за детей, говорят местные жители. Позавчера, вот, буквально вот в этом месте, из окна слышим скрежет такой тормозов, выглядываем, что случилось. Машина резко остановилась, видимо, ребенок за мячом побежал, чуть не попал под машину. Но вовремя шофер сумел остановиться, но это может другой раз и не остановиться. Ограждение не поставили. У нас дети маленькие ходят, вот непонятно, мяч прилетит в голову, не прилетит. Также вот машины рядом паркуют. Пообещали, что будет сетка, что все это будет просыпано. Даже думали, может быть, там этот настил такой застелят, как сказать. Это все было на собраниях, когда это все было на бумажках и говорилось. На обсуждение схемы благоустройства дворов для домов 4401, 4402 и 4403 старались учесть все пожелания местных жителей. Ограждения не входили в список работ, пояснили представители республиканской программы. В список работ программы «Наш двор» не входит установка ограждений и искусственного покрытия. Однако, если жители все же хотят установить ограждение на спортивной площадке, то лучше рассмотреть этот вопрос на общем собрании, определить источник финансирования для проведения работ или же обсудить возможность получения гранта с председателем территориального общественного самоуправления. На получение гранта необходимо время, а ограждения нужны уже сейчас, говорят жители. Впереди летние каникулы, а значит, дети будут много времени проводить на улице. Арина Шамина, Кирилл Хавзей, новости Челны ТВ.